Завершився матч Арсенал-Арсенальна. Арсенал вириває ніч наприкінці матчу. З нами головний тренер Арсенала. Давайте поділимося емоціями від матчу сьогоднішнього. Ну, что касается сегодняшнего матча, начали мы, в принципе, хорошо, все шло по плану, в принципе, соперник нас и не удивил, мы к этому готовились, но где-то были наши ошибки, наши недочеты, плюс есть у нас кадровые проблемы сейчас, вот именно конкретно в этом матче. Поэтому вот мы пропустили два необязательных ненужных мяча, но, в принципе, команда собралась, сработали замены сегодня, что очень радует, и мы смогли все-таки на характере вырвать эту победу, не победу, для нас это как победа. Победа, это 2-2, ничья. Смогли вырвать на характере на последних минутах. Я надеюсь, что это даст нам стимул к дальнейшим победам. Боевой дух команды поднимется, это однозначно. И дальше идем только к победе. Дякую вашей команде, бажаю успехи в наступных матчах. Спасибо.